Итак, супербой. Весовой категории 80 до 80 килограмм. Встречайте, Руслан Гилязов, Россия, Чита. Всем привет, я приехал из Кемеровской области. Зовут меня Руслан Гилязов. Выступать по версии драка. Победить сильнейший. Przyjechałem z Polski na zaproszenie Federacji Draka. Przyjechałem stoczyć zwycięską walkę. Чемпион России по армейскому рукопашному бою. 22 года, рост 182 сантиметра, вес 79 килограмм. Две победы, одно поражение, ноль ничьих. Руслан Гилязов! Россия, Чита! Красного Глуринга! Шестикратный чемпион мира в любительском боксе. Чемпион, член олимпийской команды Польши. Двукратный победитель турнира Феликса Штама. Призер стран ЕС по боксу. 300 боев на любительском, в любительском боксе. 7 боев и 7 побед в профессиональном боксе. 6 побед. Ноль поражений, ноль ничьих. 30 лет, 77 килограмм, 175 сантиметров. Михал Азазель Старба, Польша! Thank you.
Дамы и господа, что у нас это? Супербой! Руслан Гилязов, Россия Чита, против Михала Азазель Старбала, Польша! Впереди второй раунд. Потрясающий бой. Полностью в стойке ударная техника. Третий раунд.
Вся рука. Человек Николай Володин.